Друзья, всем привет! Сегодня будем делать интересную самоделку из профильной трубы. Труба 20 на 20, стенка 1,5. Ну а что из этого получится, мы сейчас увидим. Всем приятного просмотра!
Итак, друзья, вот такой вот простенький столик у нас получился. Размера столешницы 800 на 600. В прошлом ролике про скамейки у меня многие спрашивали размеры, габариты, сколько ушло материалов. На данный проект ушло приблизительно 17 метров профильной трубы, 20 на 20, стенка полтора. Это приблизительно 1300 рублей. Плюс я покупал мебельный щит, он был двухметровый, в районе 1800 рублей. Потратил я один баллончик краски, потому что у меня нет пока краскораспылителя, есть компрессор, ну вот так вот повелось. Также покрыл это все дело маслом от торгового дома Мартьянов, добавил колер, цвет терракотовый, под цвет лавочки. Также очень хотелось бы узнать комментарии, чем лучше покрыть столешницу. Потому что столик будет использоваться как и в крытом помещении, так же и на улице. Потому что лак, я думаю, со временем полопается, а масло дольше прослужит. Тоже, пожалуйста, напишите в комментариях, дайте совет, чем лучше покрыть данную столешницу. Также вам сейчас покажу все размеры, чертеж данного столика. Вот они. Можете нажать на паузу, посмотреть. Вот все размеры. Ну а мы на этом будем заканчивать. Напишите в комментариях, как вам данный проект, нравится ли вам такая тематика, снимать ли на такую тематику. Еще планирую сделать несколько кресел, интересно вам будет это или нет. Ну а мы на этом будем прощаться. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч!